Нужны игры? Заходи на торговую площадку GGSell. Именно здесь продавцы выставляют на продажу различные аккаунты гораздо дешевле, чем в том же Steam. В России на данный момент много игр недоступно, однако на GGSell они есть. Например, аккаунт с GTA 5, который недоступен в Steam, на GGSell можно купить за 100-200 рублей. А Minecraft, который стоит 2000 рублей, здесь можно купить меньше, чем за 100. Гляньте на количество продаж. А если аккаунт вдруг оказался нерабочим, можно вернуть свои деньги. Если хочешь сэкономить, переходи по ссылке в описании. Ту-ду! Ура! Гартик Шоу! Так, обычный режим. Значит, запретки не рисуем. Блин, почему? Ладно. Поняли, блин? И никакой аморальщины. Ну, типа, потому что я планировал еще постримить тут, на этой площадке. Что написать? А, просто посмотрим, что из этого выйдет. Ну что мне это за лупа выпала? Так. Вот так. Что... А, я знаю, кого нарисовать. Ну, вроде норм. Что, хвост? Там поймет, не поймет. Ой. Не-не-не, так. Ну, недолго, походу, да? Походу, нет. Так. Так, а как пояснить, что он ёпани? Скажите, пожалуйста. Ёпани? Ёпани. Сыр нарисовал, плюнул. Ну да, ещё. Все, так понятно, я думаю, это понятно. Наверное, так. Кто эту хуйню придумывает? Я тебе в рот срал. Еще раз предложение из 10 слов составишь, я тебе в жопу выебу. А у меня учила не получилось, последнее слово должно было быть возле, а тут возл. Забрали бы парня буквы на буквы платные. Нихуя там про вейпы, алло. Там так и надо было. Первый раз в такой перспективе рисую. Блять, я не знаю, что это. Еще на, ну ёб твою мать, мне лень рисовать. Еще хуйос 10 слов написал и... Это бля. Да кого не буду это рисовать? Все, хватит. Тут и так нихуя непонятно. Можно вопрос? У меня вот что такое? Это у вас был 7 класс. А у меня был последний раз. Не успел, кажись, сука. Так. Бля, как мог нахуй. Блять. Ну что? Я не знаю, что это, бля. У меня уже раз в третий про Дрейка попадается. Что это? Вот это 6. Что это, бля? У тебя что, буква G не работает? Система поиска. Поиска. Активирована. А сколько? Дрейк, у тебя 27? Да, исполнилось. Похуй. Сколько лет? 27, а я написал, что ты в 2009 в школу пошел. Так, хорошо. В 2010. Все, я не знаю уже просто, что это может быть, это непонятно. Кто такой тупой написал ЕГЭ 9 класс? Роскомнадзор. Понятно. Классное предложение. Сейчас, мне интересно, что из этого будет. Роскомнадзорик бежит обнимать. Я знаю, во что это превратилось. Хочу. Роскомнадзор, твой лучший друг. Че вы нахуй несете, пропаганда Роскомнадзора? Бля, так работает. А, что? Я всю дружбу оборвал. Роскомнадзор, хуй. О, хорош лобак. Ой, блядь. Это зрись за фоне, согласен. Я не знал, у них значок есть. Курит воздух, там пениса во рту. Вова жестко занимается гамбой. Я не знаю, что такое гамба, блядь. Ну, почти, почти. Почти, да, это вот это... Заносик в слотиках. С тюрьмы выбежал, блядь. Дрейк на Думской. Какой Дрейк? Чего, блядь? Вы чё, кто мне спи***л? Кто рисовал того мамы? Ну как ты понял, что это про тебя сразу? Чего даже знает? Как ты понял, что это про тебя? Мама, я прям чувствовал, блядь. О, хорош. Точка подчеркивания. Что это? Я не знал, что это, блядь. Циркумфлекс. Вова на интервью плюшек. Сейчас на наркота, да? Я подумал, что это такое. Какашки предлагают какашку Вове. Вова хочет какашку Генши. Хорошо баннер убрал сегодня. Обмазался шоколадом и играть в Генши. What the fuck, что с ним?
Абдристана. Дрейк играет в 6E7 и кратцветов. Что значит 6E? Ну на мониторе написано. 6E The Drot 24-го года играет в Genshin Impact на кладбище. Да блин, не шарит. После школы курю ашку-дишку. О! А4. А4. Хорошо и грустно. Школьник курят вазу. Хорош, Ломак. Лучше. Красава, Ломак. А я сначала написал ашку-дишку, а потом стёр. Линейку. Да почему я? Курит! Курит! Курит возал! Курит возал! Я хуярю последний раз в школу с Сигой. Последний раз в 2009, блядь. Последний раз в 2009. Oh shit, here we go again. Выпускник 9Б сдал ЕГЭ, пришел на последний звонок и рад. Мне очень бан. Вася остался 3 раза на 2-й Б. Мам, я смотрю аниме. Аниме. Анимешник смотрит Наруто и харкает на пол. Харкает на пол. Так и там сам Наруто харкает, что за хуйня? Это просто анимешник сплюнул после просмотра аниме. Стошнило от аниме. 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 Это что это? Пропаганда АСУ. Чё? АСУ. Вова в башне фантазий. Да благо ты, заебал. Время убежало. Это грустно. Будильник проснулся и бежит на работу. Будильник спешит на работу и думает о хуй. Да, это у него тоже там что-то свисает. По часовой. Пропаганда. Не школьники. 1 сентября. Копатели в ахуе солнце пи***е. Хуйня. Хуйня. 1 сентября. 1. Что? Зачем 1? Ну, точнее. Есть 2 1 сентября. Я детей не успел дорисовать. День знаний. Чех обрезал всех, блядь. О, ну-ка, как Валера? Хорошо, Валерка. 1 сентября. Тяжело. Отлично. Слушай, как попали-то, а? Как попали? Линейка альтушек. Вот такой альтуш, Серега, блядь. Член 7 сантиметров. Стил по виде. Дрейк на думс. Реально смешно. Там полнейший склад. Полнейший фрик склад. Эвилон в теле ломаки кикает всех на... Геймер, игрок. Геймер, игрок. Геймер, игрок, игрок. А, минимализм пошел, да, чисто? Шарообразный парень играет в CSGO. Ой, фу. Вова тратит 100к на ненужного персонажа в ТАФе. Поехали. А, это в лошадь потом превратится. Шеф Мамонт крутит руку в китайском казино. Капибара, оказывается. А, вот, блядь, Ломак. Капибара дипнул эфтов. Капибара. Ну, кстати, все сохраняется. Живое говно лошади плакали. Живое говно. Ну, похоже... Лошадь срет деньгами. Навоз коня равно чистое золото. Хорошо. Лысый глобус сел в автобус. Бля, актуально. А во что это просто выльется? Да, мне было интересно. Планета Земля едет в школу на автобусе. Планета Земля, а чё? В этом глобус. С пацанами едем в МГУ. Блять, ну, сори, там. Я думаю, московские приколы какие-то в МБУ? Мальчики едут в машине в МБУ, сош на линейку. Вот! ППС везет 4 заключения. Где он 4 начитал? One, two, three, four. Петрозаводский пивзавод. Петрозаводский пивзавод, найс. Жесткий подгузник. Бабушка. Волосатая кружка курят после всего.
Так. Волосатая кружка. Волосатая кружка, откуришь сигань. Не, ну волосатую кружку не проебали. Чел с красными глазами держит волосатую кружку. Кружка. Нормально. Ну кружка заставилась. Чел пьет из лапковой кружки. Бля, реально лапковая кружка. Что? Блять, как это? Слэйд, как тебе это в голову пришло? Солнце светит на мазиваться. Так, смотрите, правила такие. Не повторяем системой, что-то новое. Поехали. Давай. Интересно, во что это выльется. Тихо, тихо, чат тихо. Фу. Ну что это? Что? Я не могу шутку пошутить, сейчас будет вообще ни к чему вот это. Блять. Что это значит? Опять, сука. Задумка хорошая. Вы заебали со своим 1 сентября, блять. Сын училки, блядь, да? Ты какой-то, блядь. Такая-то печка вообще. Ладно, уберу вот так, чтобы посложнее было. Что Ёпан. Это? Прекрасно. Так, как подсказать-то? Да это кто угодно. Все. Какой Лил Пип? Я не знаю, что тут происходит. А, ладно, бог ставлю. Что? Просто хотелось. Ну, короче, просто, один раз еще просто нарисовать. Крик души. Ладно, не, можно... Я вот так примерно это вижу. Ну что вы за мудилы, ёбаные? Какой-то хаги-ваги получается у меня. Прекрасно. Так, все, я нарисовал. Осталось. Я не знаю, блядь. Подписываем о. И все. Сука! Все. О, наконец-то. Извините, пожалуйста. Стример проигнорил донат. Не-не-не, надо написать, типа, прочти прошлый донат. Что это? О, отслайд. Это я нарисовал себя. Дестройер с четырьмя руками стримит на банке. Ебать ты паук. Я понял, во что это превратилось. Четырехрукая женщина в транс. Что вы там нарисовали? Семь на гитаре. Я хотел написать «транслирует себя», но не успел. Ультракан, Слейд завелся в хате. Чему я? Поймешь, что там пытались написать, там какой-то Волга написан вместо Бонга. А ну-ка, чего вы здесь нарисовали? Мадилов на пляже помнит П? Помнит П. Я помню. Отдыхает на флаге. Отдыхает на флаге, блядь. Отдыхает. Чел отдыхает на Красном море. Красное море. А про чела забыл. Ой. Польша. Польша сейчас будет. Рыбалка в Анапе, охуй. Родители в охуе от оценок сына. Охуеть. Первый месяц учебы. Тяжело. Вот с собой жопу вы***л. Качок поднимает штангу на 1 сентября. Жесткий кач. Жесткий кач. Ебать. Гигачат спит. Трафлон ебало какой-то гигачат. Гигачат прикумарен. Нет. Почти, кстати, сохранил. Майдадыр подмывает Вову. Подмывает Вову. Найс. Вова срёт Майдадыра. Охуенно, цепочка событий. Сейчас я отгадаю. Чёл на гадёвне. Чел насрал на порошок. Чел, вот это что такое? Порошок. Я какой-то полурак, полухуй, блядь. Вова спит все возлы на ДР. О, это факт. Мое. А, я понял, во что это превратилось. Лагода не дает Дрейку рекламить возлы. Почему, блядь, у меня Вова... Я понял, что будет дальше. У Шкилы, Дрейка, отобрали великолепные одноразки в Азон. Лагода, прорекламлю. Тупой отдай. Бля, ломак. Оригинальный пиздец.
просит Андреас, достать ему Ивана Золос пакет. Ивана Золос? Да я вообще не понимаю. Ивана Золос. Училка злится, что у нее пиздец хуй сумки. Так там написано Зол. Мама приготовила хуй к шелкости. Неоднозначно звучит вообще. Чел с квадратной головой входит в круглую дверь. Это портал в ад превратится. Точно. Да. Да в пятерку превратится. Да. Майнкрафтер заходит в портал. Сначала написал пятерка хуйос. Стив построил портал в ад. Красиво, красиво. Красиво рисует. Добро пожаловать в Казахстан. Открыли портал. Стрим пятерки. В настоящий ад. Даже говна не навалил никто на стул. Пенис. Что пенис? Пенис. Отец собирается на завод, чтобы потом пойти в танки. О, это имба. Бля, даже я не знаю, что это будет. Завод, потом в танки. Мне тоже этого не было. Батя мечтает о танках после работы. О, прям четко. Это с Тетом. Мужик хочет глубокое пробитие. Так, все, тут уже ушло в другое тело. Я все испортил. Воспитание детей. Я застрял в ребенке, блядь. Я застрял в теле ребенка. Папа ушел из семьи. Очень грустно. Концепция не нарушена. Хотел в танке, ушел из семьи. Все справедливо. Что, блядь? Жожо на шариках. Шарики, я подумал, это слейд, сука. Альтушку водит ломаку на подушка, пердушечные поти. Я не успел бы рисовать. Пошли там воняет, я хотел написать. Темный чел держит альтушку над колодцем меванизма. Суки вы, вы что сделали? Папа слейд на его. Чел, мой типа морковка. Нормально, я вывернул. Что за скобочки, ебаные? Я думал, циркумфлекс, я думал, он прочитает. Он не так рисуется, ты шо. Крутой чел со сплитом на. А, ну вот, я угадал, значит, сплит, все нормально. Слэй? Вот это что за хуйня? Слэйт наоборот. А это слэйт наоборот. Меньше чем. Больше чем плюс. Не курсит никогда, по факту. Деструер на кайф. По факту. Два, блядь, со сплитами. Невероятные приключения трех рук. Джейк, ну похуй, можно и Дрейк. Чё, блядь? Джейк из «Время приключений». Дрейк с ногой жабы. А это реально было с ногой жабы? Дрейк эволюционирует в лягушку. Эволюционирует. Лягушка. Сука, тупой! Тут не будет шутка про Дрейка. Но тут есть лягушка. Дрейка расплавил от думских приколов. Чё меня стреляет уже кто-то, блядь? Шеф дает Дрейку ствол на 24 тарелки. А, ствол! Я просто сейчас прочитал стол! Вова поздравляет с ДР Дрейка и подарил ему магнитофон. Геншин импакт. Поехали. Ясненько. Это опять я буду? Геншин плюс альт. Слово этого дня. Альтушка. Я не такая, как все. Альтушки играют в Геншин. Альтушки в Геншин. Let's go. Ну да. Let's go. Альтушки поклоняются Геншин. Геншит импач. Вы что так делаете, как будто я последний раз его стримил, суки вы. Ясно. Муха отрабатывает контракт за кукурузу. Все, я наигрался, бля. Согласен.